чё, поехал в Новокузнецк, вот, остановился, постоял, сейчас дальше поеду. Скользко, ветерок дует, хороший такой, вот тачинские машины. Сейчас покажу, как дорогу переметает, если попаду где-то, какой ветер серьезный. Здорово, Олег! Ой, чуть не съехал в кювет. Такая у нас в Сибири природа. Хотел сегодня снять, как тащил трал 36 тонн. Не успел. Не успел. Сейчас Денис будет, покажу, как ветер сильно дует. Наши сибирские дороги зимой. Вот так вот мы и ездим. Потом ночью Кемерово покажу. Где будем по Кемерово ехать. Вот так вот метет.